самый лучший старт для лучника. Всем привет, друзья! Меня зовут Сагирой Ван, это мой канал Мистер Кэт. Вы просто обалдеете сейчас. Потому что лично я обалдел, когда узнал. Хочу огромное спасибо сказать и низкий поклон Михаилу Сару, который поведал мне за эту фишку. Для лучника это просто что-то невероятное, особенно на первых уровнях. И мы это получим как раз-то на третьем уровне. Ну что ж, поехали. Я сейчас в драконьем пределе. У меня сейчас какой? Первый уровень. Самое классное, что на карте можно еще отмечать локации. Я, честно говоря, знал, но как-то забыл. Михаил Сара мне тоже напомнил. Спасибо за это. И вот смотрите, вот у нас Вайтран. И вот у нас Форт Амол. Ставим. У нас на карте появилась метка. И мы можем теперь туда направляться. Так, нет. Вот он. И теперь сейчас мы отправимся в небольшое путешествие. Так, давайте выйдем. И кое-что еще нужно, друзья. Кое-что еще, что вам будет необходимо, обязательно его возьмите. Первая вещь — это вот такой вот капюшон. Одежда. Капюшон мага-новичка. Он увеличивает магию на 30 единиц, и вы его можете найти где-то, когда вы убегаете еще с Хелгена, помните? Там в клетке, когда ее нужно первый раз взломать, там будет маг. Вот именно с него вы ее снимаете. Нам она просто необходима. Теперь, друзья, смотрите. Давайте сейчас сделаем быстрое перемещение. Вот сюда, да, конечно. Самое главное, путешествуйте ночью. Почему ночью? Да просто ночью нам нужно взять кое-какие ингредиенты. Давайте подождем. Черт, перепутал кнопочку. Вот, будет достаточно. Вот. Насчет канала Михаила Сара, у него очень много контента по Скайриму, по Фоллауту, по Моровинду, друзья. Так что зайдите и оцените. Нам нужен сейчас один ингредиент. Один ингредиент, точнее два ингредиента, которые лучше всего, как по мне, найти ночью. Почему? Да потому что ночью он светится, это корень Нирна. Нам нужна парочка, ну лучше 3 или 4. Их вы можете найти в основном возле водоема, но еще нам нужна бабочка. Бабочка, которая водится только ночью, которая вылетает только ночью. Ну, я думаю, мы сейчас ее найдем. О, слушайте, по-моему, под этим мостом есть еще один корень Нирна. Да, вот его даже видно. Вот он, спрятали. Приветик, дорогой. Так, теперь будем двигаться. Где наш маркер? Ага. Будем двигаться вот по этой реке. Вот они, друзья. Оказывается, они вылетают еще не каждую ночь. Я не понимаю. Наверное, должна быть луна, потому что это ж лунный мотылек. Вот, лунный мотылек. Ай-яй-яй. Один, два. Все, два будет достаточно. Реально достаточно. Вау! Скайрим, я тебя обожаю. Это самый популярный глюк, когда кто-то там взлетает. Да. О, он не выдержит. Не выживет. Заговариваюсь. Так, друзья, сейчас мы найдем. Теперь давайте в быстром темпе мы отправимся к этому форту. Погнали! Черт, меня там вампиры убили. Блин, это, конечно, печалька. Так, друзья, ну что, вот наш Форт Амол. Самое главное здесь, нам не нужно не драться.
потому что тут очень жесткие маги. Нам нужно просто отметить его сейчас на карте, и все, этого достаточно. Давайте вот так вот в режиме стелс. Так, лисичка забежала. Ага. Напрягся. Ага, все, убежала. Так, друзья, нам нужно просто нужно аккуратно, аккуратно, аккуратно подойти к нему. И самое главное, чтобы он отметился у нас на карте. Давай. Вот. Ну, точнее, чтобы было быстрое перемещение. И уходим. Уходим, уходим, уходим. И теперь, друзья, нам нужно поставить маркер немножечко дальше. И устроить еще небольшое путешествие. Так. Ну что ж, погнали. Мы пришли, друзья. Камень Атронаха. Что же он нам даст? То, что он нам даст дополнительно 50%, точнее, какие процентов? 50 единиц магии. Если мы сейчас зайдем, вот, смотрите. У нас сейчас 150. 150 плюс мы одеваем капюшон. Одежда. Угу. И у нас, друзья, уже 180, но этого недостаточно немножечко, так что теперь что мы делаем? Теперь мы делаем быстрое перемещение обратно в драконий предел. Нам нужен захват душ. Знаешь, раз у тебя есть способности... Тщательно обдумай свое следующее действие. И кто я же за это? Тобой слежу, тщательно обдумай, прям знаете так. Тщательно обдумай свое следующее действие. Хорошо, я уже обдумал. Теперь, друзья, мы создаем корень Нирна и крыло лунного мотылька. Нет. Да. Ну. Вот. Невидимость, друзья, невидимость. Продолжай экспериментировать. Больше про... Алхимия сразу. Пфф. Зелье. И у нас есть зелье невидимости всего лишь на 17 секунд, но этого и будет получится. Достаточно. Да. Дура старая. Что ты там знаешь? Так, теперь отправляемся обратно в Фортамол. Теперь, друзья, старайтесь держаться как можно ближе к стене. Я понимаю, что если вы играете на новичке, то забежать туда очень легко и просто. Но если вы, например, играете на выживание, на какой-то сложности легенда, то поверьте, эти маги вам так накостыляют, что вы просто обалдеете. Воу! Это что, стражник Вайтрана убитые? Так... Там еще один парень. Возле алхимического... Ой-ой-ой. Отстань. Успел. Я не знаю. Так, теперь здесь у нас два мага. Вот один, вот второй. Так что лишние движения не делайте. Теперь берем зелье. Выпиваем. Воу. Так, наверное, я сейчас еще одну выпью. И здесь в бадье, видите, есть том. Призванный лук, друзья. Вот сюда его спрятали. Ой-ой-ой. Зелье. А? Сюда. Воу. Ребят. Просто теперь убегаем. Со всех ног. Так. Ну что, мы получили
очень мощное заклинание. Теперь едем дальше. Теперь, друзья, делаем все то же, что я показывал вам когда-то. Колдовство, захват душ, и нам нужно прокачаться. Немножко прокачаться. Ждем один час. Есть. Качаем обязательно магию. Вот, теперь нам хватит. Но это еще не все. Колдовство. Качаем. Нам нужно колдовство поднять до 20 уровня. Ну, у нас уже 18, так что это будет просто... Займет у вас 30 секунд вашего времени. И все. Даже быстрее. 19. Ну, там в зависимости, как вы качались, нам же нужно еще поднять новый уровень. Да, до 20 мы качнулись. Давайте теперь качнемся до 3 уровня. И на 3 уровне, друзья, вы получите просто топ урон от призванного лука. Я вообще не думал, что столько будет урона. Вы просто сейчас обалдеете. Есть. Теперь можете распределять очки так, как вы хотите. Я, например, поставлю на здоровье. И качаем дополнительный мистический призыв «Больше урона». Теперь просто смотрим. Берем нашу магию, колдовство, ставим на билд букву F, F на быстрый доступ. Теперь Q, лук, и давайте поставим вот на единичку. Мало маны. Мы можем призвать. Единственное, что, друзья, единственное, это магия шумит. То есть, если вы играете за скрытого вора-лучника, то рядом... Ой, бабочка. Блин, что у меня за мания собирать бабочек? И понимаете, если вы будете слишком близко, то враг вас услышит. Для того, чтобы вас не слышали враги, вам на будущее нужно прокачать иллюзию. Иллюзию здесь есть специальный перк. Обман животных, обман лисий глаз и бесшумные заклинания. К сожалению, иллюзию нужно прокачать до 50 уровня, чтобы вы могли бесшумно призывать этот лук. На самом деле лук призывается на 180 секунд, так что вы можете его призвать... подальше от жертвы, и чтобы она вас не услышала. А так знайте, что для того, чтобы это было все бесшумно, вам нужно будет тот перк. Теперь смотрите, друзья, как узнать урон оружия. Урон 50. 50. 50. Я был просто в шоке. Давайте я вам покажу. Дело в том, что урон же зависит еще от наших способностей, от наших перков. Стрельба. У меня стрельба вообще не прокачана. Вообще, понимаете, даже первого уже на 20%, потом еще на 20%, на 20%, на 20%, на 20%. Это просто невероятно, понимаете? На 3 уровне вы обладаете легким, совершенно не имеющим веса, дейдрическим. Да какой у него урон, по-моему, даже больше, чем у костяного. Вот напишите, сколько у костяного, это самая мощная лук, это костяной. Ну, имеется с урона, если брать там с самого начального и до конца, костяной. Вы представляете, что сейчас на 3 уровне у вас самое мощное оружие. Самое невероятное. 50. 50 урон. Вот видите? Снизу. Урон 50. А если вы еще орк, друзья? Я всегда хотел это проверить. Я при вас сейчас первый раз проверяю. У нас у орка способность. Урон 100. Уууу! Серьезно, друзья, урон 100 на 3 уровне. Лук с уроном 100. Плюс у нас скрытая атака, это двойной урон, это 200. Черт, черт, черт. Давайте попробуем. Наверное, не успею, блин, но это что-то невероятное. 100 урона. А со скрытой атакой это у вас будет 200. Плюс 100 бесплатных стрел. Итак, представляете, какое это преимущество, если вы играете, например, на сложности выживания. На сложности выживания урезан вес в 2 раза, то есть вы там в 2 раза меньше вещей можете носить. А так получается, он у вас вообще ничего не весит. Это просто в невесомости вы его призываете. Это просто незаменимо для лучника. И, как по мне кажется, это лучший старт для лучника. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой коммент. Группу мою, заходите к Михаилу Саару, заходите ко мне в группу ВК, у меня там опрос, в группе ВК у меня опрос, зайдите, мне очень важно ваше мнение. Спасибо, друзья, и пока!